Привет, ребята, и это не кликбейт. Насчет предыстории. Я сидела и ела пиццу. Hold up. Как вдруг меня озарило, и я поняла, что действительно можно получать золото без промокодов, донатов и всяких колес удачи. А как это сделать, мы узнаем в этом видео. Итак, ребята, сейчас я вам объясню, что к чему. Мы открываем вкладку с работой. Здесь у нас есть работа в кафе, уборка мусора, уход за садом и помощь соседу. Мы выбираем кафе. Как вы уже заметили по обложке видео, то, что мы получили монеты за то, что обслуживали посетителей, в общем сказать, кафе. Эта возможность дает вам получить хотя бы одно или же два золота, смотря, ну, в принципе, как вам повезет и сколько здесь можно максимально получить, я тоже не знаю. Всего лишь за одну минуту. Обратите внимание, мне только что выпало первое мое золото за работу. Итак, у нас есть одно. Посмотрим, сколько мы сможем получить его на протяжении всего видео. Сразу скажу то, что это не какой-то челлендж, и я просто пробегусь по всем работам, не более. Так, у нас остался последний столик с заказом, и мы приступаем к следующей. И в этот момент нам выпадает второе золото. Итак, можно считать то, что мы получили уже две золотые монеты. Ну что, переходим на следующую работу. Следующая работа у нас уборка мусора. Так вот, это не будет слишком долго, и я, наверное, скорее всего, ускорю сейчас просто, и все, чтобы вы там долго не ждали. Тут мы подходим почти к завершению нашей смены по уборке и получаем третью золотую монету. Итак, все. То есть мы сейчас полностью убрали, и в итоге мы получаем только одну золотую монету в уборке мусора. Переходим в сад. И, наверное, тоже буду немного ускорять. На самом деле, мне долго ждать не пришлось, ведь первая монета в саду у меня уже выпала. И она по счету у нас идет уже четвертая. Посмотрим, когда я получу следующую золотую монету. Мы полностью закончили смену и получили всего одну золотую монету здесь. Переходим в помочь соседу, значит, последняя наша работа. У нас всего 5 попыток, то есть, как бы, мы надеемся, что их не 4 будет, а хотя бы 5. Внимание, ребята, это 5-я золотая монета, и мы получили ее здесь. То есть, грубо говоря, за 5 минут мы получили 5 золотых монет и при этом ничего не делали. Я сейчас сяду тут к Маше, надеюсь, она не против. И я не буду сюда вставлять тупой прикол про пиццу. Ну так вот, давайте разберемся. Всего у нас было 5. За работу в кафе мы получили 2 монеты. За уборку мусора 1 монету.
В саду мы получили тоже одну монету и одна монета помощь соседу. В итоге мы получили 5 золотых монет за 4 минуты примерно. По-моему, это отличный способ. Просто, ну, супер. Кстати, сколько здесь можно максимально их забирать?